С 18 по 20 ноября в Центре дополнительного образования детей и молодежи города Пинска проходило первенство Брестской области по спортивному скалолазанию среди учащихся. Лично-командные состязания проводились в трех возрастных категориях – младший, средний и старший. Подобные соревнования проводятся ежегодно и с каждым разом привлекают все больше участников. В этом году проявить свои силы приехали 146 юных спортсменов. Спортивное скалолазание все больше набирает популярность во всем мире. И у нас, в частности, в Брестской области, мы этот вид спорта развиваем. Пинск имеет уникальную возможность, ребята города Пинска имеют уникальную возможность заниматься данным видом спорта. Спортивный зал нашего города соответствует всем условиям для проведения как областных, так и республиканских соревнований. Более 200 ребят увлекаются этим видом спорта только в Пинске и Пинском районе. В этом году в областных состязаниях принимали участие 13 команд из Пинска, Бреста, Ивановского и Ляховичского районов. Ребятам было необходимо полностью сконцентрироваться, поскольку главные критерии для оценки – скорость и трудность подъема. Сегодня будет вид скалолазания, соревнования на скорость. Принимать участие будут самые маленькие ребята, это от 2007 года и младше. Вот буквально вот на этих трассах они будут выступать. Их задача как можно быстрее добраться до финиша, и по лучшим результатам будет проводиться награждение. Завтра у нас соревнование на трудность. Сегодня скалолазание – один из наиболее быстро развивающихся видов спорта. Им занимаются миллионы людей по всему миру. В связи с этим Международная федерация спортивного скалолазания годами пыталась включить скалолазание в Олимпийские игры. Но только недавно им это удалось. Буквально где-то полгода назад комитет, который принимает решение о включении видов спорта в Олимпийские игры, принял такое решение. В 2020 году скалолазание как вид спорта включен в Олимпийские виды спорта. И соревнования будут проводиться именно на скорость, как вот у нас сегодня. По итогам трехдневной борьбы определили победителей в лично-командных соревнованиях. Город Пинск занял первое место. На втором – ребята из Пинского района. Третье место досталось команде из Кобринского района. Лучшие скалолазы вошли в состав сборной команды Брестской области. Именно они примут участие в республиканских соревнованиях по спортивному скалолазанию, которые пройдут в Пинске с 24 по 26 ноября.